Всем привет! С вами вновь Екатерина Майорова, wellness-коуч, йога-инструктор. Сегодня я расскажу про техники дыхания, которые помогут вам нормализовать свое давление, успокоить нервную систему или, наоборот, активизировать ее, и даже расскажу о том, как с помощью дыхания можно избавиться от лишнего веса. С точки зрения метафизической и древнеюгической физиологии, в теле человека присутствует два канала – Ита и Пингала. Пингала – это канал с правой стороны, который находится и отвечает за мужскую солнечную активную энергию. Ида – это мужской канал, соответственно, находится с левой стороны и отвечает за женское начало, холодное, лунное, такое успокаивающее и тормозящее. Оба канала, соответственно, берут свое начало в правой и левой ноздрях. И далее, для того, чтобы эти техники делать, нужно понимать, что правый канал у нас отвечает за симпатическую систему, а левый канал – за парасимпатическую систему. Дыхание через каждую ноздрю будет вызывать абсолютно диаметрально противоположный эффект и оказывать влияние на нашу нервную систему. Поэтому мы рассмотрим Сурья Бидана. Это дыхание через правую ноздрю, соответственно, активизирующее, тонизирующее дыхание. И Чандра Бидана – это лунное дыхание через левую ноздрю, которая будет успокаивать нервную систему и способствовать избавлению от той же самой бессонницы, например. И третье мы рассмотрим Нади Шотхана. Это попеременное дыхание обеими ноздрями. Я все покажу, расскажу и обязательно скажу о том, что какие противопоказания, какие показания будут для этого дыхания. Итак, еще один момент скажу о том, что в течение дня у каждого человека могут по-разному работать его каналы, да? То есть, опять-таки, ноздри могут быть забиты, правая или левая. Это естественно, потому что в течение дня по-разному они работают. Там, допустим, когда вы поели, у вас активизируется правый канал, потому что он активный, там внутренний огонь разжигает, да, и пищу нужно переварить. Да? Или когда вы готовитесь ко сну, например, и уже успокаиваетесь, не нервничаете, не волнуетесь, у вас активизируется, соответственно, левый канал, и вам проще им дышать. И для того, чтобы выровнять дыхание, потому что для пранаямы, например, важно, чтобы равномерно дышали обе ноздри. Есть техника, называется бастрика пранаяма, это активное дыхание животом, когда мы сильно выдыхаем через нос. И вот несколько таких дыханий поможет вам освободить оба канала. Сейчас мы сделаем с вами бастрика пранаяму, активный выдох через нос. Работа будет животом. То есть для контроля вы можете поставить руку на живот и, активно выдыхая носом, будете подтягивать нижнюю переднюю стенку живота вверх и направлять назад туда, к позвоночнику. И таким образом вы делаете 25, потом можно сделать передышку, еще 25 раз подышать. В принципе, можно до 100-150 раз за раз доводить дыхание, да, чтобы прочистить ноздри, прочистить каналы, носопазухи. Затем просто спокойно подышать, то есть дыхание успокоить, расслабиться и потом уже приступать непосредственно к той пранаяме, которую вы хотите делать. Сейчас мы делаем Сурья Бидана, солнечное дыхание. Для того, чтобы его сделать, вам необходимо таким образом просто согнуть указательный и средний пальцы, оставить большой и можно оставить вот безымянный и мизинец. То есть безымянный поставить сверху на мизинец. И таким образом вы сможете ставить палец на вот прям над ноздрёй, вот над крылом носа, для того, чтобы слишком сильное давление не было на нос и не нужно было прям активно давить. И таким образом, значит, соответственно, дыхание будет через правую ноздрю. Таким образом вы левую ноздрю зажимаете и начинаете дышать правой ноздрёй. И ей уже выдыхать. В
Могу сказать о том, что если вы дышите одной ноздрёй, ею вдыхаете и ею выдыхаете, эта практика несет более активное и, скажем, более быстрый результат. Вот. Но результат может быть не такой быстрый, но это дыхание будет проще, если вы начнете вдыхать правой ноздрёй и выдыхать левой. Потом опять вдыхать правой и выдыхать левой. Вот такое дыхание активизирует и тонизирует весь организм. Соответственно, показания к нему – это пониженное артериальное давление, усталость, сонливость и слабый нечастый пульс. Соответственно, к этому же противопоказания к нему будут излишняя активность, да, гипертония, повышенное артериальное давление, то есть чрезмерная активность. Таким образом, в продолжении темы далее Чандра Бидана, и это лунное дыхание. Еще один момент я забыла сказать, что как раз-таки важным показателем к солнечному дыханию является ожирение. Поэтому именно это дыхание улучшит и может избавить вас от лишнего веса, улучшить ваше пищеварение и улучшить метаболизм в организме. Итак, далее. Чандра Бидана, лунное дыхание. Соответственно, пальцем мы делаем точно так же. Вот. И теперь просто мы зажимаем правую ноздрю, а вдыхать будем левой ноздрёй. И то же самое, чтобы было проще, но воздействие будет, может быть, не таким быстрым. Вы вдыхаете левой ноздрёй, зажимаете ее и выдыхаете правой. Вдыхаете опять левой и выдыхаете правой. И, собственно, по ощущениям, это можно делать, и ту, и другую технику можно делать до 5 минут. Может быть, меньше, потому что поначалу может быть тяжеловато. И показаниями к такому дыханию является, соответственно, слишком высокое артериальное давление, да, учащенный пульс, тревожность, сонливость и такое нервное перенапряженное состояние. И, соответственно, противопоказаниями будет, если вы слишком устали, слишком и так спокойно, да, уравновешены и чувствуете какую-то такую вялость и усталость. И далее, третья техника, по сути, она даже четвертая уже. Значит, Нади Шотхана. Это базовая йогическая техника дыхания. Представляет из собой попеременное дыхание правой и левой ноздрями. И, значит, она на самом деле уравновешивает, как считается, если почитать йогические труды и исследования даже тех же ученых, которые ставят во многом эксперименты, когда берут просто такую группу, которая начинает дышать, например, да, молодые добровольцы, и они отмечают, что у них снижается то же самое артериальное давление, да, успокаивается сознание, и по физиологическим показателям они начинают чувствовать себя гораздо лучше. Вот. Поэтому это все проверено практикой не годами, а можно сказать веками. И таким образом, значит, Нади Шотхана. Нади – это в переводе с санскрита каналы, Шотхана – это очищение. То есть, если дословно переводить, это очищение каналов. Пальчики мы складываем точно таким же образом, как в предыдущих пранаямах, друг на дружку. Именно когда вы кладете безымянный палец на мизинец, это максимально расслабляет ваше запястье и руку. И тогда нет такого напряжения, как если бы вы делали какие-то другие варианты, да, потому что их на самом деле много в разных школах, и все по-разному. Вот. И теперь вы также будете попеременно зажимать крылья носа, делая вдох. Начинаем с левой ноздри, зажимаем ее и выдыхаем правой. Правой вдыхаем, зажимаем и выдыхаем левой.
Это мы сделали с вами один цикл или один круг, еще можно так сказать. Таких кругов можно сделать до 10-15 минут за раз. Да? Вы можете просто сидеть и таким образом все время вдыхая, закрывая, выдыхая, снова вдыхая, закрывая и выдыхая. Определяющим моментом является то, что через ту ноздрю, которую вы вдохнули, ею вы должны и закончить. Это значит будет, что полностью завершен круг. Вот. Исследования показали о том, что 15-минутная пранаяма Нади Шатхана в течение 4 недель значительно снижает уровень артериального давления, снижает частоту пульса, успокаивает сознание, уравновешивает ваше физическое и психологическое состояние. Поэтому используется даже при лечении депрессии, потому что уравновешивает каналы и уравновешивает нашу нервную систему. Слизистая носоглотки очень тесно связана с головным мозгом, поэтому каждый раз при вдохе и выдохе стимулируется внутренний поток, верхнее небо и верхняя носоглотка. Каждый раз, когда поток струи, да, стимулирует наш головной мозг и нашу центральную нервную систему. Поэтому это полезно, это важно, это проверено, и оно действительно действует. И в заключение хочу сказать, если вы худеете, используйте Сурья Бидан, да, используйте солнечное дыхание. Это ускорит процесс похудения, избавление от лишнего жира и даже поможет вам избавиться от глистов. Таким образом, если вы хотите себя активизировать, тонизировать свой организм, дышите, делайте солнечное дыхание. Если вы хотите, наоборот, успокоиться, вы сильно раздражены, постоянно нервничаете и ваш организм изношен, то, пожалуйста, лунное дыхание успокоит, охладит и поможет вам расслабиться. А если вы хотите просто стимулировать свой организм и как бы поддержать свое состояние, то делайте попеременное дыхание. Также вот эта бастрика, которую мы делали в начале, да, она тоже, между прочим, способствует похудению, способствует избавлению от лишнего накопленного жира, так как она увеличивает внутренний огонь в теле. А про внутренний огонь я уже говорила в одном из видео, вы можете посмотреть, какие продукты могут стимулировать и какие специи помогут избавляться от лишних килограммов. Желаю вам, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы чувствовали себя комфортно, радостно и спокойно. С вами была Екатерина Майорова. До встречи!